İyi biri. Ya. Eşeği mantıklı atatan ve zafak ne olup al. Кто там? Самец? Да. Ну все, бери палку, пойдем на дорогу. За голову возьми. Вот, смотри, я в прошлом году сюда просто кусочек соли положил осенью. Ну, там, да, осенью где-то в сентябре, уже в середине сентября. И потом расстроился, никто ничего не ходит, да? Смотри, а соль растаяла за осень, впиталась в пень. И смотри, что наделали. И это уже они даже не летом сделали, а весной. Что сделали? Накопали, смотри, кору погрызли осины, видишь? Угу. Все, вон, подчесали кромочку, вон грызут как. Землю, смотри, съели, соленую землю съели. Фу. Ну это тебе фу, а для животных это витамины, это польза. Ведь ням-ням. Ням-ням. Так что в этом году давай тоже сюда кусочек соли принесем, поставим. Он растает опять на зиму, за зиму впитается. И весной им опять есть что погрызть. У нас будет здесь и там. Ну и еще там два. Один далеко, другой поближе. Ну пойдем теперь скорлупу глухарки посмотрим, которая осталась. Весной. Ой, летом, когда тут мы глухарку на яйцах. Да, все четыре вылупились. Но выжили не все четыре, это точно. Потому что летом я видел только двух птенчиков, а сейчас и вообще никого не видать. Ходим, куда-то отлетели, улетели в сторону. О, вот это уже другой разговор. Это уже другой, видишь? Либо лось, либо зайчик. Погрыз. Скорее всего, зайчик. За осиной вот этой. Вот, вот этой, между которой посередине, за ней ель. На этой ели сидит рябчик. Посиди, я постараюсь его найти.
Он упал? Нет. А улетел? Нет, на другом дереве. Замри. Видно. На котором? Вот а, все вижу. Молодой, не шуганный, потому что после выстрела, я же оглох, после выстрела не улетел далеко. Где? Вот он, помет. Бери за голову. За голову? Да.
Готово. Первым выстрелом поторопился, был намного ближе, но поторопился. Вторым добыл.